Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Half-Life 2, эпизод 2. Так, а что у нас в прошлой серии было? Я посмотрел. А что-то я вас сразу не увидел. Что-то я не... Сзади меня просто стояли. Всем автономным отрядом. Начать принудительно ассимиляцию сектора. Да, и у них с собой Шула, Тори. Советники все еще находятся в инкубационных камерах. Они собирают и объединяют разрозненные отряды с компайнов. Они явно спешат. Великая цель ведет их на север. Там Белая Роща. Мы должны их опередить. Неподалеку отсюда есть люди, располагающие средства. Они поймут нашу нужду и помогут. Чего же мы ждем? Хорошо, Фримен. Фримен, как справно ты с ними справился. Я вообще круто. Идемте. То, что мы ищем, находится в лагере над нашими головами. А, он просто оттуда уже не выполз? Ну,
Лифт отвезет нас прямо к средству передвижения. Хорошо. Скрипты что-то не стало работать. Похоже, лифт застрял. Почему нас до сих пор не заметила охрана? Думаешь, до них добрались компании? Эта теория имеет право на существование. Hello, motherfucker! Где кто? Проблема, я сейчас пройду и все. Можно еще? Готово. Здесь действительно побывали комбайны. Но и сами попали в западню. Здравствуйте, ребят. Еще хочу сказать сейчас. Я немного простудился, так что из-за этого сейчас сморкаюсь. Ну как сморкаюсь? Насморк небольшой. Эй, смотрите! Там, на мосту. Слушай, надеюсь, это та машина, о которой ты говорил. Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести ее туда, мы должны суметь вернуть ее оттуда. Дайте я возьму эту снайперку. Вы заметили за всю игру, рекомендуем что первая часть, это что задание второй момент, да, ни разу снайперскую винтовку. Эй, мне уже гораздо лучше. Улучшение сойдет на нет, если ты окажешься среди токсичных снайперка. Отходов. Лучше мы останемся наверху и прикроем Фримена, который отправится навстречу опасностям каньона. Вот это приспособление оправдает наше присутствие наверху. Полагаю, ему нужен заряд. Ступай, Фримен. Я присмотрю за Алекс Венс. Что ж, Гордон. Придется тебе идти одному. А бывало по-другому? Давай я сниму поле. Давай. Удачи, Гордон. Да и тебе не хворать.
обнаружены легкие ранения. Легкие? Внимание! Состояние... Боезапас исчез. Контрольный выстрел. На свете пожарный. Все? Хорошо. Они живучие, да как? Здесь уже были. Я чуть не сразу заметил. Слышите, как он говорит? Следующее. Встретиться... А так вот. Пережить битву с охотником миссис Саликс. Я вас обожаю. Yeah.
жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Что я не ожидал, что так и залил. Выманивай, Гордон!
пришел вообще куда надо. Ну да. С ней как-то сподручнее. Вопрос, ребята, почему грязную работу делаю я? Потому что я Golden Freeman, не надо тут оправдываться. Это было бы, да?
крысу наступаешь, блин. Так я хреначил одного, это сзади нападало. Твой запас исчерпан. Спасибо. Нет, будто и не понял. Машины все вот сюда тащить, чтобы оно... Что с тобой, блядь, не так? Хорошо, Фримен. Да. Боже мой. Только взгляни. А что взглянуть? Вот это удача. Винтовка! Если тебе, конечно, не нужно. Боюсь, более срочные дела требуют нашего вмешательства. Мы ощущаем присутствие советников, готовых вылупиться. Если мы наткнемся на них, непременно уничтожим. Эта дорога ведет в Белую Рощу, но берегитесь. Не вам одним известно о ней. Да ладно. Так, новая игра. А, нет, еще нет. Ну, по сути, нам еще 4 главы. Не знаю. Как тебя благодарить? Мы поступаем так, как велит наша природа, и не требуем благодарности. Ты воздух поцеловала? Молодец. Вот такой радостный пошел, блядь. Мастурбируй, что ли, погнал? Взаимно, люди. Прощайте. Давай, с вами для меня честь. Буду тебе называть вор. Давай, удачи, вор. Возвращение от Вортигонт. Дружок, потому что вот теперь будет.
что прямых коротких дорог не бывает. Видимо, придется искать объезд. Что на них движется комбайны. Ну ты, мать, понимаешь, что вот там никого нет. Интересно, как давно этот лагерь пустует? В одном из этих зданий должен быть передатчик. Правда, он обесточен. Надо найти источник питания. Ой. Почему всегда так все сложно, блядь? Вот это надо туда. Ага. У этого провод длиннее. Помните, как в Black Mesa, короче, там тоже в Мирик Сен надо было поменять маленький провод на большой. Охотники, они снаружи.
Такое чувство, как будто я сейчас смотрю «Война миров». Ну, то фильм. Сейчас они получат по заслугам. Больше они не заслуживают. Я готова к Сейчас. Сигнал слабоват. Ничего, была не была. Белая роща, ответьте. Белая роща, вы меня слышите? Белая роща. Говорит Белая роща, назовите себя. Это говорит Алекс? Алекс Вэнс? Где вы? Вы уже несколько часов как должны быть. Нас задержали здесь. И некоторые обстоятельства. Ты осознаешь всю серьезность положения? От данных, которые у тебя в руках, зависит я жизнь знаю, на Земле. Но послушайте, к вам движутся комбайны. Что? Вы движетесь к нам? Да, давно нет, правы. Нет, не вы. Как ты сказал? Комбайны. Ты будьте готовы дать отпор. Что? Как? Вот беда. Не уверена, расслышал он или нет. Вернемся к машине. Давай я открою ворота. А давай прямо сейчас закончим. Как думаешь? Просто пойдем отдохнем, да? Ладно, ребят, спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.